Это мой 11-й ребенок, 7-й сын, один из моих 15 детей, 9 сыновей и 6 дочерей, Алексеев Царь Владимирович. Несмотря на травму, полученную на Колчаковских фронтах или где? На площадке. На детской площадке качелями. Но это тоже важная травма. Голова у тебя в травмпункт уже который раз ходишь. Тут, видишь, проломили голову, безобразники. А? Все равно играет. Что ты играешь? Камаринскую. Камаринскую, давай. Видишь, несмотря на травму, продолжает заниматься, да, и учить что-нибудь еще. Да? Нравится играть-то? Да. Ну, видишь, он на 10 инструментах играет. Сейчас уже на 11-м будет на чем-нибудь учиться. Да? На волынке. На волынке ты еще не играешь. Давай.